Эти факты не упоминаются в учебниках. Они противоречат сложившимся схемам. Они неудобны. Но только учитывая их, можно взглянуть на историю по-новому. Двойное дно, подводная часть айсберга. Документальное расследование Пятого канала. После окончания Второй мировой войны руководителей стран-сателлитов Германии казнили. Кого повесили, кого расстреляли. И было только одно исключение в этом списке. Это главнокомандующий финскими войсками барон Маннергейм. Его не только не покарали, наоборот, повысили. По желанию Сталина Маннергейм стал президентом Финляндии. И именно с ним был заключен договор о мире с Советским Союзом. А сравнительно недавно президент Путин возложил цветы на могилу Маннергейма в Хельсинки. Отчего такая любовь к барону Маннергейму? Карл Маннергейм, главнокомандующий финской армии. Он получает исчерпывающую информацию обо всем, что происходит в его стране. Ничто не может скрыться от его взгляда. Летом 1942 года в Южную Финляндию в обстановке полной секретности прибывают военные эшелоны. Их охраняют отборные части вермахта и гестапо. Начеку и военная контрразведка Абвер. Никто в пути следования секретного груза не должен знать, что именно перевозят в вагонах. Получив сведения о секретных перевозках, советское командование стремится узнать о них как можно больше. В Финляндию направлены разведывательные группы. Судьба большинства из них трагична. Но невероятными усилиями все же удается установить, что и куда везут эшелоны. На берега Ладоги скрытно доставлены лучшие в то время суда, идеальные для ведения военных действий на озере. Из портов Южной Италии переброшены быстроходные катера МАС. Катера были вполне современными и, как замечают немцы, с хорошо подготовленными экипажами. 20 тонн водоизмещения, очень большая скорость, 47 узлов, 2 торпедных аппарата и 20-миллиметровый зенитный автомат. Из Германии тайно прибыли паромы «Зибель», символ несбывшейся мечты Гитлера об оккупации британских островов. Они предназначались для форсирования Ла-Манша. Руководит действиями немцев сам полковник Фриц Зибель, конструктор чудо-паромов. «Зибель» был очень интересным кораблем. Он состоял из двух больших барж. На них сверху находилась огромная платформа, на которой было расположено мощное 88-миллиметровое орудие. Это было лучшее орудие противовоздушной обороны времен Второй мировой войны. Оно было очень эффективно и отлично сделано. Одновременно с появлением на Ладоге мощной итало-немецкой флотилии стало известно, куда была перемещена из-под Севастополя 11-я армия фельдмаршала Манштейна. Ее следы обнаружились под Ленинградом. Здесь опытный стратег и величайший полководец вермахта Эрих фон Манштейн разместил и новейшие танки «Тигр», и сверхмощное орудие «Дора». С их помощью Гитлер хотел уничтожить войска Ленинградского и Волховского фронтов. Он уже придумал и название для этой операции – «Нордлихт» – «Северное сияние». Три из четырех дивизий Манштейна должны были завернуть от Средней Рогатки и переправиться через него вот здесь, в районе нынешнего Вантового моста. Это были обстрелянные бойцы, они взяли Севастополь, у них была тяжелая осадная артиллерия, но самое главное, они были снабжены первыми немецкими танками «Тигр», которые теоретически
могли своими 88-миллиметровыми орудиями уничтожить любой советский танк на дальности 4 километра. Из речи Гитлера. С захватом Ленинграда будет утрачен один из символов революции, являвшийся наиболее важным для русского народа на протяжении последних 24 лет. Дух славянского народа в результате тяжелого воздействия боев будет серьезно подорван, а с падением Ленинграда может наступить полная катастрофа всего Советского Союза. В планах немецкого командования на 42-й год захват Ленинграда и уничтожение Ленинградского фронта занимали очень серьезное внимание. Штурм Ленинграда должен был состояться после окончания боев в Крыму. Важнейшей предпосылкой для захвата Ленинграда был срыв ладожской коммуникации. Советское руководство связывает воедино данные разведки о секретной переброске итальянских катеров и немецких паромов на Ладогу и появление армии Манштейна под Ленинградом. Генштаб делает вывод. Готовится крупная операция вермахта по захвату Ленинграда и ликвидации водной коммуникации на Ладоге. Это памятник неизвестному водителю на знаменитой дороге жизни. Дороге, которая спасла Ленинград от уничтожения. В сентябре 1941 года гитлеровцы окружили город, но Гитлер приказал его не брать. Бои в условиях укрепленного города могли принести вермахту огромные потери. Было решено просто окружить город и уничтожить его жителей голодом. Но Ладога, дорога жизни, позволила эвакуировать миллион ленинградцев в тыл и снабжать войска Ленинградского фронта. В сентябре 1942 Гитлер решает предпринять вторую попытку. На этот раз город должен был быть полностью отрезан от большой земли. Гитлер уверен в успехе. Однако он не учел одного. Русские готовы к удару. Они многое знают об операции «Нордлихт». И знанием этим они отчасти обязаны человеку, которого фюрер считал своим верным союзником – финскому маршалу Карлу Маннергейму. Может быть, никто в мире в начале 40-х не знал так достоинства и слабости русской армии, как генерал Маннергейм, который служил в России много десятков лет. И с начала войны с немцами он понимал, что Советский Союз не проиграет ее. Скорее всего, он ее выиграет. Поэтому Маннергейм был максимально осторожен. Он дал приказ финским войскам не пересекать старые границы с Советским Союзом. Он с самого начала готовился скорее не к победе, а к поражению, к тому, что с Советским Союзом придется вести переговоры о мире. Маннергейм был маршалом, Гитлер капралом. Потому их отношения вполне можно было бы охарактеризовать как отношения маршала и капрала. Кроме того, Маннергейм представитель другого поколения. Он был старше Гитлера, что предполагало разное мировоззрение. Карл Маннергейм – старейший политик Европы. Он офицер старой школы, школы 19 века. Принципы Маннергейма не укладывается мысль об уничтожении миллионов мирных людей. Он не хочет разрушать город на Неве, с которым у него связано почти 30 лет жизни. Адольф Гитлер – дитя 20 века. Человек, неукорененный в традиционной культуре. Он предпочитает разрушать основы и созидать новую цивилизацию. Старая привычная культура, мораль, религия – хлам. Ленинград, колыбель большевистской революции, станет первым решительным результатом модернизации Третьим Рейхом варварского мира. В августе 1942 года
На северо-западном побережье Ладожского озера для выполнения боевых заданий была основана флотилия итало-немецких судов. Это боевое подразделение представляло собой довольно значительную военно-морскую силу. В составе итало-немецкой флотилии на Ладоге отборные бойцы вермахта и итальянских Marina Militare. Это бывалые вояки, прошедшие многочисленные кровопролитные схватки с англичанами. Они умеют воевать и на суше, и на море. Даже и не было такого разговора, что мы в десанте были там финны или итальянцы. Нет, только все немцы, немцы, немцы. Все только на немцев. Ну, естественно, раз десант готовился, брали отборных, как говорится, головорезов таких, способных на все что угодно. Это как по-нашему спецназ или ОМОНовцы, как там. Советская разведка устанавливает каналы для общения и обмена информацией с финской стороны. Эта миссия поручена представителю советского посольства в Швеции Борису Ярцеву. Финны дают понять, их армия не переступит линию старой границы по реке Сестре. Это означает отказ финского главнокомандующего от поддержки немецких планов по окончательному уничтожению Ленинграда. Маннергейм, ну, я по некоторым данным знаю, что он-то вообще все-таки связь имел с нашими. Поэтому он много сделал. Поэтому отдать ему должное. Он все-таки сделал хорошо, но он тоже не хотел, потому что под немцем тоже на него нажимали. Но он все-таки их провел. Суда итало-немецкой флотилии совершают пробные выходы. Отрабатывают взаимодействие. Экипажи балуют селедкой финского посола, карельскими пирожками, олениной из Лапландии. Вечерами в компании обаятельных финских девушек моряки смотрят роскошные фильмы с незатейливыми сюжетами. Но есть человек, из-за которого планам Гитлера не суждено сбыться. Маршал Маннергейм. Маннергейм основные приказы передавал только устно. Он говорил, будем говорить лицо в лицо, только устно. Он не оставлял копий многих документов, которые могли получить немцы, которые, в общем-то, довольно активно действовали в его главном штабе. Холодно и спокойно Маннергейм увеличивает дистанцию между Финляндией и ее немецким союзником. Он отказывается подчинять финские войска немецкому командованию и не желает брать под свое руководство немецкие подразделения. В начале 1942 года в ответ на очередные вопросы генералов вермахта о судьбе финского фронта Маннергейм отрубил: «Я не буду больше наступать». И сегодня, и в 1942 году здесь, в центре Хельсинки, находилось американское посольство. У американцев с финнами, несмотря на войну с Советским Союзом, сохранялись дипломатические отношения. Американцы предупреждали финское руководство, что попытка расширения линии фронта, атаки Советского Союза, приведет к тому, что связи финна с Западом будут полностью прерваны. Маннергейм не хотел становиться полным вассалом, полным рабом фашистской Германии. И поэтому для себя он принял решение держаться от немцев подальше. Но Гитлер надеется сломить волю своего упрямого союзника. Сейчас Финляндия ему крайне необходима. Он хочет бросить финскую армию для уничтожения Ленинграда. Но с таким командующим, как Маннергейм, финские солдаты не смогут помочь немецкой армии. Значит, надо искать в этой северной стране по-настоящему верного человека. И такой человек находится. Генерал Паво Талвела. В финском командовании было несколько очень опытных генералов, которые пришли из немецкого егерского батальона и служили в финской армии с 1918 года до начала Второй мировой войны. И Талвела, несомненно, был в этом ряду самым выдающимся генералом. Он был необычайно талантлив и самоуверен. Паво Талвела начал в немецкой армии, затем перешел в финскую. Воевал с русскими. В 1924 году здесь, в Хельсинки, закончил военную академию и защитил диплом на тему «Война с русскими в Карелии». У него в голове был один союзник – Германия. Его профессия была воевать с русскими.
1942 году Талвела стал финским представителем в Ставке Гитлера. Он оказывается в нацистском логове. Бесконечные красочные церемонии, военные парады, дисциплина, выправка, роскошь и богатство Рейха. Одна почва, одна нация, один вождь. Имперский дух пьянит. Вот чего не хватает скромной Финляндии. Талвела чувствует расположение Гитлера и стремится оправдать его надежды. В его голове созревает план блестящей операции, составной части общего немецкого наступления под Ленинградом. Цель операции – захват острова Суха. Кодовое название – Бразиль. Это маяк Осиновца. Главное, что видели ленинградцы, которые эвакуировались на Большую Землю, потому что именно здесь начиналась дорога жизни. В 1942-м она работает исключительно интенсивно. За навигацию в Ленинград привезли 300 тысяч бойцов пополнения. Примерно 300 тысяч ленинградцев эвакуировали на Большую Землю. В город пришло по воде 800 тысяч грузов. И вот посередине этого пути находился маленький остров Сухо с маяком. И если бы немцы взяли этот остров, связь между Новой Ладогой и Осиновцом была бы прервана. Немецкое командование стремится скрыть от Маннергейма детали операции. Но нет ни одного секрета, который можно утаить от финского маршала. Несмотря на все ухищрения немцев, он в курсе их приготовлений. Маннергейм с нетерпением ждет выступления итало-немецкой флотилии и готовит своему союзнику неожиданный сюрприз. Запретить Талвела проводить операцию он не может. Талвела – ставленник Гитлера, а Финляндия полностью зависит от Германии. Она снабжает его страну оружием и продовольствием. И Маннергейм прибегает к тактике, к которой он привык за 30 лет жизни в России. Любое начинание можно загубить бюрократией, проволочками, саботажем. Неожиданно финнов одолевает непонятный тяжкий недуг. Перестает действовать работавшая ранее как часы техника. О финской исполнительности можно позабыть. Как-то удивительно медленны и нерасторопны портовые рабочие. Немецкие моряки удивляются. Ничего не делается в срок. А тут еще и итальянцы готовы подложить свинью при первом удобном случае. Как-то двое блестящих итальянских морских офицеров сумели уболтать двух финских девиц и отвезли их на островок, на Ладогу, где и предались любви. Через некоторое время один из итальянцев выходит на берег и страшно кричит: «Джузеппе! Ачиденте дове ля ностра наве!» Что означает: «Джузеппе, куда, черт возьми, подевалась наша лодка?» Лодки действительно не было, ее украла советская разведка. Генерал Талвела понимает, вылечить финнов от русской болезни может только один человек – Гитлер. Талвела убеждает фюрера лично прилететь в Финляндию к Маннергейму. 4 июня 1942 года Маннергейм отмечает свой юбилей – 75 лет. Удобный случай. С помощью Гитлера Талвела сможет урезонить строптивого маршала и осуществить свой грандиозный план – создание Великой Финляндии. И операция «Бразиль» – первый шаг к этой цели. Но Талвела не понимает. Для Маннергейма речи Гитлера не аргумент, скорее раздражитель. Из письма Карла Маннергейма сестре Еве. «Мы негодовали и возмущались действиями русских, но это только детская игра по сравнению с Адольфусом, начальником его ЧК Гиммлером и его любимыми помощниками. Мы стоим перед концом света». Карл Маннергейм – человек одинокий, холодный, с раз и навсегда установившимися привычками. Он не любит новых друзей, книг, занятий. Следит за формой собственных усов. Любит охоту на крупных хищников, верховую езду. Из всех мировых политиков уважает только короля Швеции. Адольф Гитлер – человек толпы. Ему нравятся митинги, спортивные состязания, факельные шествия. Он любит Ницше, Вагнера. Это вдохновляет его на новые завоевания. Из политиков он ценит только себя и, может быть, Сталина.
Прилетев в ставку Маннергейма в Миккеле, Гитлер обрушил на маршала поток бессвязных слов. Он забросал Маннергейма подарками. Шикарный «Мерседес 770», три военных вездехода, орден Германского Орла с большим золотым крестом. Но самым главным подарком Маннергейму был собственный портрет рейхсканцлера, написанный художником Труппе. Все это могло произвести впечатление на кого угодно. Но только не на Маннергейма. Он не дорожит подарками фюрера. Особенно такими мещанскими и дурно вкусными. Маннергейм продает дорогой «Мерседес» в Швецию, вездеходы отдает армии, а крест и портрет забрасывает подальше, с глаз долой. Для него встреча с Гитлером – дипломатический ритуал, не больше. Отношение Гитлера к Маннергейму можно было бы сравнить с проявлением сыновнего уважения к отцу. Что касается поведения Маннергейма, то он, будучи хозяином положения, выражал свое уважение к гостю довольно сдержанно, был очень спокоен, даже холоден. В 1941 году положение Финляндии было хуже некуда. Она была зажата между Советским Союзом и фашистской Германией. Вдалеке были очень влиятельные Британия и Соединенные Штаты Америки. Маннергейм и президент Трюти считали, что Финляндия должна пережить этот момент. Главное для нее остаться независимой. Маленькой, но абсолютно независимой страной. А вот генерал Талвелл считал по-другому. Он считал, что, используя помощь Германии, Финляндия должна стать великой страной на северо-востоке. Победить Россию и раскинуться от Балтийского моря до Урала, от Северного Ледовитого океана до Волхова. Из воспоминаний Пааво Талвелла. 4 июня 1942 года о поездке вместе с Гитлером в ставку Маннергейма. Настроение было праздничным, когда я осознавал, что лечу в космическом пространстве с, пожалуй, самым удивительным человеком в мировой истории и, в любом случае, наиболее известным человеком современности и великим гением. От визита Гитлера в ставку Маннергейма Талвелла ждал многого. Но старый маршал все переиграл по-своему. Зная, что за визитом следят и в Москве, и в Лондоне, и в Вашингтоне, Маннергейм решил показать союзникам. Он не будет плясать под дудку мюнхенского крысолова. В финской армии сухой закон. Только Маннергейм, по заведенной еще с царского времени привычке, не садился за стол без рюмки водки. Однако в честь своего юбилея маршал решил порадовать и своих солдат. Широкий жест. На передовую спешат грузовики с ценным грузом. Две бутылки водки на землянку. В день рождения маршала финская армия демонстративно небоеспособна. Знак врагам по антигитлеровской коалиции. Финны свою войну закончили. Генерал Талвелла понимал, куда клонит Маннергейм. Если немедленно не начать операцию «Бразиль», его надеждам не суждено сбыться. Сухо до конца навигации необходимо захватить, иначе ладожский лед обездвижит быстроходные катера и паромы «Зибель». Необходимо высадить десант на Сухо и прочно закрепиться на острове. Тогда немцы станут полностью контролировать все перевозки по Ладоге. И по воде, и по льду. Ленинград останется без снабжения и умрет. Основной задачей операции с самого начала было уничтожение дороги жизни, всех кораблей противника, которые находились на Ладожском озере, всего, что находилось в этом районе. Главная цель – остановить движение по водной коммуникации к Ленинграду. В ставке Гитлера назначают начало операции «Бразиль» на 21 октября 1942 года. Информацию об этом скрывают от Маннергейма, но маршал все знает, видит, рассчитывает и успевает предупредить советское командование о выходе итало-немецкой флотилии с северо-западного берега Ладоги. Конечно же, Маннергейм никоим образом не поддерживал эту операцию. Это дает основание говорить о том, что Маннергейм мог информировать о происходящем советских офицеров, поскольку он был знаком со многими из них. Кроме того, он хорошо владел русским языком.
В 1943 году в Сортанлахте, в одном из домов, занятом каким-то неизвестным гражданским лицом, был обнаружен телефонный кабель, который шел на другую сторону озера, к русским. Этот человек мог хорошо видеть, что происходило в порту Сортанлахте. И когда было необходимо, он брал трубку и сообщал: «Сейчас они пошли». Все очень просто. В этом неприметном дворянском домике на Мясницкой улице до войны располагался детский сад. А когда война началась, здесь все засекретили, поставили охрану и разместили здесь ставку Верховного Главнокомандования. 21 и 22 октября в ставке находились Сталин и начальник Генерального штаба Красной Армии, заместитель наркома обороны Василевский. Они ждали известий с Ладоги. Стратегическая авиация готова была взлететь для того, чтобы помочь защитникам острова Сухов. Операция «Бразиль» началась строго по плану. Из боевого донесения о наступательной операции «Бразиль». Первая боевая группа вышла в 17.30 из Сортанлахти. Вторая боевая группа отплыла в 17.15 из Кякисалми. Место назначения 1,2 мили западнее Веркусаари. На паромах элитный десантный отряд, ударные группы, команда саперов, специальные подразделения пехотных войск. Общее их число более 100 человек. Лучшие солдаты в мире. Победители, фанатики, профессионалы. По нашим данным, там было около 30 судов разнотипных. В основном десантные. Это и тяжелые десантные баржи, имеющие на борту 3 88-миллиметровых пушки, несколько щетверенных 20-миллиметрового калибра, ну и мелкие десантные суда, но тоже очень хорошо вооруженные. И, вероятно, фашисты рассчитывали, что, имея такую огневую мощь, они достаточно быстро уничтожат гарнизон на острове Сухо. Генерал Талвала ставит перед эскадрой четкую задачу – высадить десант на острове, установить артиллерийские орудия, использовать Сухо как базу для последующих ударов. В победе нет сомнений. Портовые сооружения Новой Ладоги, Кабона и Морья – легкая цель. Суда Ладожской военной флотилии – не стоящие внимания мусор. Вот такие самоходные баржи изготавливали на судостроительных предприятиях Ленинграда в годы блокады. У них нет даже обводов, видите, какие углы. И вот они входили в состав Ладожской военной флотилии, которая вообще была сделана наскоро, на скорую руку. В 41-м году ведь никто не ожидал, что на Ладожском озере будут морские бои. Поэтому основу флотилии составляли, например, морские охотники, которые должны были охотиться за подводными лодками. А подводных лодок на Ладоге немецких и финских не было. А канонерки – это в прошлом дноуглубительные суда. И когда в северные порты Ладожского озера пришли немецкие зибели и итальянские торпедные катера, соотношение сил между советским и вражеским флотом на Ладожском озере существенно поменялось. К 7 часам утра огромная вражеская флотилия подходит к Сухо. Из-за сильного тумана она не была замечена. Но два небольших корабля Ладожской военной флотилии несут дежурство в акватории острова. Это морской охотник 107 лейтенанта Ковалевского и тральщик 100 старшего лейтенанта Каргина. Мало кто из петербуржцев знает, что здесь, на набережной в заштатном городке Новая Ладога, стоит вот этот корабль. ТЩ-100, тральщик 100. Это бывший финский корабль «Оланец», который в результате Зимней войны вошел в состав Ладожской военной флотилии. И вот этот самый тральщик, еще морской охотник, два суденышка в октябре 1942 года баражировали вокруг острова Сухо. На аэродромах Ленинградского и Волховского фронтов идет подготовка самолетов. Экипажи проходят подробный инструктаж. Боевые машины заправляют и снаряжают полным боекомплектом. Мы подошли к острову ранним утром. Солнце еще не встало, было очень облачно. В 7 часов смена вахты. Сдаю я свою вахту сигнальщику, рассказываю всю обстановку.
где Сухо находится, где тральщик 100 находится. И слышим шум, не похожий на двигатели, а какие-то прямо впервые слышим. Стали вглядываться, а какая-то это видимость вообще там это. Не разглядите, я только как бы на горизонте, вот видим какую-то черную полосу. В 7 часов 10 минут сигнально-наблюдательный пост, который находился на маяке, заметил на дистанции 30 кабельтов силуэты судов, которые сначала приняли за наш конвой, который идет в Новую Ладогу. Ну а через 5 минут ситуация прояснилась. Из боевого донесения о наступательной операции «Бразилия». 7 часов 15 минут. Флотилия открывает интенсивный огонь по маяку и находящимся на нем укреплениям, согласно установленному плану. Орудия паромов «Зибель» бьют с дальней дистанции по острову. Немцы ведут ураганный артиллерийский и пулеметный огонь. Первые же залпы оказываются точными. Гарнизон «Сухо» остается без радиосвязи. Но советская 100-миллиметровая береговая батарея открывает ответный огонь по приближающимся судам. 22 октября 1942 года, 7 часов утра. Радисты Новоладожской морской базы принимают сообщение прямым текстом. Немцы высаживают десант на острове Сухо. Веду бой, старший лейтенант Петр Каргин. Сухо приближаются первые самолеты Люфтваффе. 9 юнкерсов бомбят остров. На нем вскоре не остается живого места. Единственным укрытием для защитников становится маяк. Немногочисленные оборонительные укрепления на острове были легко разрушены артиллерийским огнем с наших паромов. Немецкие артиллеристы, находившиеся на паромах «Зибель», имели большой боевой опыт и были отличными стрелками. Они вели очень плотный огонь из своих орудий, хотя в таких сложных погодных условиях это было очень непросто сделать. Под прикрытием авиации немецкие паромы подходят к Сухо. На берег с десантных катеров высаживаются 3 ударные группы пехотинцев и 1 группа саперов-подрывников. Им удается вывести из строя 2 советских орудия из 3. Немцы уже высадили десант. Мы это ведь не видим. Но вот уже как после этого рассказываем, что они высадили первый бросок, значит, где-то там 60 или 70 человек, начали прижимать. Уже как же к одному орудию подошли, к второму. Вот. Мы не знаем даже до сих пор, сколько же там человек погибло. Бой на острове Сухо короткий, всего час, но страшный. Представьте себе площадку размером с половину футбольного поля. Это целиком камни. И вот на этих камнях в смертельной схватке сошлись 70 немецких десантников и 90 наших краснофлотцев. Штыки, гранаты, приклады, очереди в упор. К концу боя из нашего гарнизона, 90 человек, сражаться могли только 13. Остальные были тяжело ранены или убиты. И дело дошло до рукопашной. И они пытались даже гранатами закидать 2 артиллерийских дворика. И нашим приходилось тоже защищаться гранатами и вступать в рукопашный бой с ними. Немцы близки к успеху. Остается захватить 3-е орудие и дождаться высадки основного десанта. Но победу, которую так ждали Гитлер и Далвелла, отняли краснофлотцы и маршал Маннергейм. Метеопрогноз, представленный финнами, не оправдался. Вместо ясной погоды – шторм в 5 баллов. Паромы полковника Зибеля наткнулись на подводные скалы. Финны не предоставили необходимой информации о лоции хорошо им знакомого района. Он так был построен, он искусственный остров,
построен такими надолбами, которые по глади не видно этих глыб. И когда немцы стали высаживать десант, они наткнулись на эти гранитные глыбы и застряли на них. И наши в дальнейшем корабли расстреливали их на этих самых, и в плен взяли баржу и торпедный катер. Из боевого донесения о наступательной операции «Бразиль». 8:40. Радиосвязь с лодками, на которых находились стрелковые группы, оборвалась. Командир решает воспользоваться сигнальной ракетой и с ее помощью прервать действия стрелковых групп. Но не только приказ к отступлению прервал атаку немецкого десанта. Гарнизон острова Суха, которым командует старший лейтенант Гусев, не дрогнул. Гусев находился в своем командном пункте на маяке. И когда уже фашисты высадились на остров и решили захватить, и пошли на второе, третье орудие. И Гусев лично, ему очень хорошо было видно с маяка, открыл огонь из винтовки. И он лично поразил 5 фашистских солдат на острове. Но сам был ранен и осколками камня, осколками стекла с острова. Заметив сигнальную ракету, все немецкие десантные группы вернулись с острова обратно на паромы, прихватив с собой 5 пленных. Флотилии предстоит нелегкий путь обратно. Шторм и огонь стральщика и морского охотника не позволяют провести ремонтные работы на месте. Поврежденные паромы приходится бросить. Противник не рассчитывал, что корабль, находясь в одиночке, увидев такое большое количество судов, откроет ответный огонь. Скорее всего, они рассчитывали, что он просто отойдет. Ну, откуда знать, что 8 этих крокодилов по нам начали лупить? Ну, действительно, были, как в лесу вставали взрывы, там и все мы крутились. Мы и на тральщика они перенесли тоже огонь. На помощь 2 советским судам и оставшимся в живых защитникам острова спешат самолеты Ленинградского и Волховского фронтов, летчики Краснознаменного Балтийского флота. Они обрушивают на немцев бомбы, бьют по ним из пулеметов. Подходят к острову канонерские лодки и морские охотники Ладожской военной флотилии. Из боевого донесения о наступательной операции «Бразиль». 9:17. Загорелся паром номер 26. После серии взрывов, вызванных прямым попаданием авиабомбы, на судне начинается пожар. Утром проснулись от артиллерийского грохота со стороны озера. Канонада это раздавалось долго. И потом, почему мы встревожились все? Загудели сирены, гудки корабельных. И флотилия стала резко сниматься и пошла в озеро. Залетали наши самолеты, и все летело в сторону озера. Из боевого донесения о наступательной операции «Бразиль». 10:14. Из-за сильного огня противника эскадра начинает выдвигаться по южному курсу отступления. Немцы не приняли во внимание, что Советский Союз сосредоточил все свои воздушные и морские силы в районе Суха. Русская авиация начинает доминировать в воздухе. Авиация начала их преследовать, топить. Это уже на наших глазах было как. Вот идет это ихний там, это судно. Наши один, второй заходит в пике. Все, фонтаны осели, пусто, уже потопили. И вот так преследовали. В результате боя было уничтожено, сбито над островом Суха около 15, вот по нашим данным, 15 самолетов противника и 17 судов. И ведь бой-то длился в районе острова Суха всего 4 часа. Дальше после 11:20 корабли противника стали отходить, и на протяжении всего светового дня Ладожская военная флотилия их преследовала. Советская авиация атаковала нас непрерывно.
Советские самолеты бомбили нас с 2-3 тысяч метров почти на всем обратном пути от острова Суха. Этот день Маннергейм провел как обычно. Он уже ничего не мог изменить. Все зависело от русских. Маршал ждал развязки, и она наступила. 23 октября в 4 утра изрядно потрепанная немецкая флотилия возвратилась на базу, куда раньше вернулись итальянские катера. Их командиры еще на подходе к Суха сообщили о нехватке горючего. Операция «Бразиль» провалилась. План Талвела не удался. Та же участь постигла и операцию «Нордлихт». Ленинград не был взят. Дорога жизни продолжала функционировать. Скоро Ладога замерзнет, и немецкие корабли с их экипажами окажутся не у дел. В общем, половина флотилии ихней была уничтожена. И после этого боя, они уже нос не высовывали, как сказать, ни разу. Поздней осенью 1942 года немецкие «Зибели» и итальянские торпедные катера отправили с Ладоги обратно на Балтику. И с тех пор в Финляндии предпочитали не вспоминать об операции «Бразиль». Не вспоминали о ней Маннергейм, не вспоминали о ней и следующие финские руководители, и даже финские историки не очень любят писать об этой операции. Единственным напоминанием о Суха в Финляндии является неизвестно как оставшийся здесь в хельсинском яхт-клубе итальянский торпедный катер «МАС». Это единственная память о Суха в Финляндии. О разгроме итало-немецкой флотилии стало известно всем. Как истинный военный, Маннергейм нашел время выразить восхищение мужеством немецких солдат, сражавшихся в этом бою, посетил раненых в госпитале, но не сделал более никаких шагов для поддержки своих союзников. Маннергейм не участвовал в операции Талвела, не бросал свои войска на Ленинград. Зная об уязвимости советского флота на Ладоге, он сделал все возможное, чтобы операция немецкого командования провалилась. Операция Талвела провалилась. Это была военная операция одного человека, хотя он и не принимал в ней непосредственного участия. Он был ее отцом, он пробил ее в немецкой ставке. Для генерала Талвела поражение в операции «Бразиль» – крушение всей жизни. Ему не удалось навязать Маннергейму активной антирусской позиции. В 1944 году Финляндия выходит из войны. Каждому воздалось по его деяниям. Сталин согласился заключить мирное соглашение только с Маннергеймом. Маннергейм был окружен почетом. Именно он установил такие отношения с Москвой, которые позволили Финляндии оставаться независимой. А вот генерал Талвела ходил по Хельсинкской эспланаде с пистолетом в кармане. Он ожидал, что каждую минуту его могут арестовать. И хотя это не произошло, но в бизнес его не взяли. Ни англичане, ни американцы, ни русские не желали иметь дело с гитлеровским приспешником. Он умер в глубокой опале. Маннергейм понимает. Ему удалось провести Гитлера. Теперь необходимо наладить отношения с Советским Союзом. В этом лавировании между Гитлером и Сталином финский маршал переиграет их обоих. Финляндия не потеряет свое лицо. Планы Маннергейма о сохранении в Северной Европе независимой страны, где царят порядок и закон, станут реальностью. В Суоме найдется место для всех, кто честно служил Родине. Только он смог убедить финский народ в том, чтобы Финляндия капитулировала и был действительно патриотом своей страны. Вот так говорил Сталин. И простите, когда Херта Кусинен дала на стол свое предложение о военных преступниках, и когда этот документ попал к Сталину, Сталин красным карандашом вычеркнул первого человека Маннергейма и написал сверху «не трогать». Thank you.
Необычное отношение Сталина к Маннергейму объясняется не в последнюю очередь услугой, которую маршал оказал нашей стране в критический для нее момент. В страшном 42-м году своевременное предупреждение спасло Ленинград. И этого оказалось достаточно, чтобы простить Маннергейму союз с Гитлером. Старая Европа защитила свои ценности и продолжила жить своей жизнью. Сдержанный до поры до времени Маннергейм решился на открытое противостояние Третьему Рейху. Финская армия повернула штыки против своего вынужденного союзника. И из этой схватки Маннергейм вышел победителем.